с вами Катя Кар. К нам с вами в Омске пришел новый автомобиль Kia Sportage. Новая малышка. Сейчас я вам расскажу, попробую рассказать об этой малышке. Самолет очень крутой. Дисплей во весь экран. Кожаный руль. Потом молоток, восьмиступенчатая коробочка, подогрев всех сидений, полный привод, кнопка переключения полного привода. Повторю, огромный дисплей, кнопка, машина уже готова к постановке учета в ГАИ. А какая тут музыка, просто, честно, бомба, пушка, честно говоря. Полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злоя быть убит. Гончернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока. Отдал будто конь наши берега. Ну что ж, девочки и мальчики, если вы хотите приобрести эту машину, то пишите мне в личку. И такая красотка вам обойдется всего лишь 3 350 000. Красотная оптика, прям для девочки. Вот тут вот циферки, чтоб кто-то близ умножения не запоминал. Вообще я запоминал. Фары шикарные, просто пушка, бомба. Дальше. А тут красный фар. Огромный багажник, можно положить коляску, самокат, гироскутер. И даже Ивана Омского можно запихать. Когда я выйду замуж, я попрошу мужа купить такую же мне пушку. Девочки, девочки, быстрее пишите, чтобы мальчики вам покупали такую красивую тачку. И всем пока, с вами была Катя Кар. Будь добру.